Их осталось двое? Двое лучших из целой дюжины. Гляди, гляди, внизу опять ругаются. Может, подерутся? Что ж вы за вояки, если за бабьей юбкой прячетесь? Да, измельчал Лотос. Хочешь проверить, болтун? Проверили б лучше, не сбежала ли ваша красотка от страха? Не сбежала, а жаль. Давайте, парни, как договаривались. Я бы объездил такую кобылку. Ох, зря. Да, это он напрасно. Претенденты, подойдите! Может, начнем уже? Объявляю условия решающего испытания. В Дайфене спрятаны три части знака лютни. Понадобится мастерство, сила духа и мудрость, чтобы их отыскать. Дам маленькую подсказку. Первая часть знака здесь, в весеннем дворце. Встретимся на моем награждении. Thank you.
Куда торопишься, подруга? Задержите ее! Ты никак не ляжешь. Ты что, сдурела? Кобыла проклятая! Все равно обгоню! Говорил же, обгоню! Господин советник! Ходон, на помощь! Знак лютни! Это тоже часть испытания? И на что ты готов, чтобы победить? На все! Так забирай свой знак, Ходон чистолюбивый. Готов, Ходон? Что со мной? Как ты силен, все еще борешься. Но поздно, тьма уже пустила корни в твоем сердце. Будь проклята, фетронийская тварь! Беги, Ходон, найди мне все части знака.
Я... Да, моя госпожа. Ведите меня. Я ваш. Ох, моя голова. Пророчества сбываются. Фитронийцы уже здесь. Хадон! Господа, мы так и будем таращиться на этот фонтан. Бились они, бились, аж черный дым из окон валил. Мне что они? В последней беседе с посредником Рунаан предрекал появление фитронийских трещин. Мы знаем мастерство, благородство духа, мудрость. Не теряй их, чтобы не случилось, чемпион Лотоса. Что творится на рынке? Жуть! Право, вы громите наша лавка! Эти негодяи позорят! Совет поутру отозвал всю стражу с нашего рыночка, чтобы дворцовую охрану усилить. Там нынче большой праздник, а папочка говорит, где праздник, там вино и толпы. Назначен беспорядки. Тихо, мы, товарищи, уйдем. А будете орать, парень. Чем же мы так прогневали Руна? Да что же это творится? Никому мы не нужны. Нет у нас заступников. Давайте сюда. Спрячемся и перестанем. Все утихнет. Не знаю, Лотос, души моей, найдешь ли ты знак, но работать с тобой не удовольствие. Не сдавайся! Мы все тут за тебя болеем! Лавку мою разгромили! Так... С этими бугаями поосторожнее. Все, берите, все, только не убивайте! Спешишь куда? За помощь спасибо. Только ты мне вот что скажи, красавица. Что это? Госпожа, он забрал девочек, новеньких, самых робких. Увел в кабинет наверху, пригрозил, что порежет им лица и потребовал ма. А ма нет, ма отлучилась и не сказала, где ее искать в случае беды. Люди говорят... Да такие скучные, подруги. Улыбайтесь, улыбайтесь.
А то я сам сейчас каждой по улыбке нарисую. Вот, так уже лучше. Можете ведь, когда хотите. О, Лотос, решила пойти в компаньонки? Или скучно? Госпожа, наверху, кажись, хризантемы напились и буянят. Что делать прикажете? Что, черт подери, творится в моем заведении? Если ты, скотина, хоть пальцем тронешь девочек, клянусь, я тебе кишки через горло выну. Забирай своих девок! Вон отсюда! Я пришел за знаком! Я устала ждать. В чем дело, Хадон? Что? Фэйямун? Моя госпожа! Пошла вон, коза драная. Ничего, мы пойдем другим путем. Вышибалы, петраницы Ваньшу, отдавая мне знак, Вэй сказал, что грядет опасность, что от этого испытания будет зависеть многое, что в нем может не оказаться. В глазах двоится. Это пройдет. Вы говорите, господин. Не было. Значит, да сразу догадались, что суккубы ряженые. Нас не проведешь. На помощь! На помощь! В белых покоях беда! Сюда! Сюда! Беда! Дым из покоев валит! Пожар там или что похуже! Ломлюсь, а дверь заклинила, не поддается! А ну, подсоби! Вдвоем навалимся, авось выбьем! Хадон, остановись! Ты всех нас погубишь! Начнем испытание мудрости. Выбирай, Лотос. Жизнь или знак? Мой чемпион, ты в шаге от победы. Посредник, я сделал все, как вы велели. Я заслужил награду, госпожа. Терпение, мой чемпион,
Очень скоро ты получишь все, чего заслуживаешь. После того, как мы навестим хранителя. Вставайте, несчастные. Вроде кричал кто? Тише, тише! Видала давеча Хадона? Что за бес у них? Не правду ли говорят про переполох в доме удовольствия? О чем же мне знать? Странные слухи ходят про наследника. Помоги, добрая странь. Ехал я к вам в город продавать на ярмарке диковинных зверей. Пандопырей крылатых. Пандопыри милые создания. Но зуб... Эх, воины. Все-то вы привыкли кулаком решать. А ты иначе попробуй. Тебе странница урок. Ум и доброта порой важнее мастерства оказывается. Что? Что ж, погляди, любопытно мне стало, что будет дальше. По правде говоря, давно мне уже не было так. Убирайся отсюда! Что? Ах, Вэй совсем не ценит свой чудесный дар. Не подходи, или пожалеешь. А, помилуйте, Рунана ради. Не подходи. Убирайся отсюда. Убью. Я, милые, не первый день живу на свете и знаю, что некоторым в наслаждение быть битыми прекрасно. Я
Я вижу тебя насквозь. Не подходи! Разглядела. Сейчас я вырву твои... Что с сестрами? Я их не узнаю. Разглядела. Сейчас я вырву твои паршивые Где глаза. Где Фэй Амун? Что с ней? Узнаете меня, госпожа? Я Хия. Спасибо, что вступились за наших девочек. Хадон выбрал новичку, совсем еще не умел. Ты спасла их. На помощь! На помощь! Ты здесь? Ты меня слышишь? Слава Рунаану! Помогите мне, девочки. Беги к храму. Обещаю, мы придем. Натравить на меня обитателей рощи? Ну, Испирия, этого я тебе так не спущу. Девочки, мы идем на помощь долине. А ты, Дева Лотоса, ступай вперед и ничего не бойся. В нужный час мы будем рядом. Минуту, госпожа. Дайте только собраться с духом. Я в жизни не держал в руках меча, кроме деревянного. И не сражался ни с кем. В покоях они застали меня врасплох.
Этого не повторится. В молодости я был отличным дуалистом, чемпион Лотос. Веди же нас! Вы довольны? Теперь я достоин вас, моя госпожа. О, ты прекрасен. Мы войдем к Рунаану рука об руку. Я слышал, ты меня искала. Я же говорил, странница. Понадобится помощь, кричи. Приду. Не закричала, не позвала. Сама справилась. Что ж, молодец. Тогда вот тебе загадка. Спасли меня в роще. Теперь мой черед. Я готова. И прости за перевертыши. Странница. Посмотри, чье доверие ты завоевала и кого сплотила. За твоей спиной простой народ Дайфэна. Вы готовы? Дальше вам не пройти! Бляхлые старики. И это тебя, Феомун, я боялась. Вы останетесь здесь наблюдать за концом Аньшу. Я позабочусь о них. Тебе и лебединая песня. Такую песнь разве что в придорожном трактире горланить на потеху пьяным бездельникам. Вы,
А я сила с тобой. Ты выбрала верный путь. Дальше чемпион. О чем эти двое толкуют? Ты пойдешь, Эрк. Жги, красавица! Стихии на твоей стороне. Ветер не даст тебе упасть. Ничего не бойся. Хадон не должен предстать перед хранителем. Боги. Ничего не Начинай. Да, моя госпожа. Явилась, Лотос? Гляди же на мой триумф! Отверг меня! Разумеется, слышишь. Буря усиливается. Ты в
все испортила! Тебе не победить! Отправляйся в зеркало! Какое же ты ничтожество, Хадон! Да, Рунаан? Кажется, я слышу гневные раскаты грома. Тучи закручиваются воронкой, и скоро все будет кончено. Но ты этого не увидишь! Чудеса уж. Признаюсь честно, мне страшно. Столько лет мы следовали воле Хранителя, и вдруг остались без его советов. Ну что ж, это надо вставать на ноги. Самый трудный шаг первый.